В Ярославле состоялся третий межрегиональный конкурс профессионального мастерства водителей автобусов. В нем приняли участие представители Ярославля, Данилова, Рыбинска, Гаврилов-Яма, Переславля-Залесского, а также Костромской области. Конкурс проводился в трех номинациях – водитель автобуса ПАЗ, ЛиАЗ и женщина-водитель. Эта номинация в этом году была введена впервые. Миллиметры отделяют участников не только от заветного первого места, но и просто зачетных очков. В соревновании главное все – и скорость, и точность. Николай Поваров с 15-летним стажем вождения открыл заезды ЛиАЗов. В конкурсе участвует впервые. Какие ощущения могут быть? Все равно там волнения какие-то были. Там. Это все присутствует. Ну, выступил, конечно, не очень хорошо, можно было чуть получше, но слегка поторопился. Паузы между номинациями были нескучными. Участникам и болельщикам пели артисты «Веселые семейки». Группы поддержки, состоящие в основном из женщин, поддерживали выступающих спортивный азарт. Из 30 участников 4 водителя – представительницы прекрасного пола. В обычной жизни они управляют общественным транспортом. Водители так автобусов, скажем так, сталкиваются с двумя важными проблемами в нашей стране – дураки и дороги, как говорится. Поэтому в этом и сложность работы водителя автобуса. Надо уступать дуракам и потише по дорогам нашим. Соревнования водителей проводятся с 2006 года, третий раз в новом формате. Организаторы, члены межрегионального автотранспортного объединения, считают, что сейчас важно повышать безопасность дорожного движения и привлекать молодые кадры. Здесь мы поднимаем, хотим поднять престиж водителя как транспорта общего пользования, пассажирского. Я повторю еще раз, престиж, чтобы, значит, обратили внимание и все, и общественность, и власти на его социальное положение. Я считаю, мала зарплата, нагрузка очень большие, физические и моральные. Поэтому и у нас сейчас в области, да, на первом месте по нехватке – это водитель. Судьи оценивали мастерство водителей и знания ими правил дорожного движения, умение маневрировать и грамотно посадить пассажиров. Лучшей среди женщин стала Алаватская Екатерина из ПТП-1. Марина Смарагдова, Александр Рябков.